В Ульяновске началась приемка школ и детских садов в преддверии учебного сезона. В составе комиссии специалисты управления образования, Росгвардии, госавтоинспекции и общественной палаты. На что обращают особое внимание? Об этом в следующем материале. Внимание! Внимание! Террористическая угроза! Заблокируйте все двери! Сигнал тревоги во всех школах, куда приходит комиссия. Антитеррористическая защищенность – первая в списке для проверки. До 2025 года системы голосового оповещения появятся во всех школах региона. Первые 36 учреждений ими уже оборудованы. 46-я Ульяновская школа в их числе. У нас работает, значит, рамка безопасности, у нас работает турникет, служба охраны налажена, есть физическое лицо. Вот, и работает сторожевая служба. Видеонаблюдение, кстати, оно у нас впервые в городе Ульяновске в нашей школе смонтировано. На старте нового учебного года просто провели профилактический осмотр. Также и с другим оборудованием. Кабинет за кабинетом комиссия проверяет его исправность и наличие атрибутов комфортной и безопасной учебы. Просроченных нет? Нет, я все выбираю. Да. Все влажная карта есть у нас, да. Все есть, да. Смотрите, сколько. Да. Как-то прием. Срок годности. До 27-го года. Хоть завтра встретить детей готовая 31-я школа. Капитальный ремонт завершен 5 лет назад. Сейчас все просто поддерживают в чистоте и делают мелкий косметический ремонт. Все структурные подразделения, они готовы к приему детей. И в целях безопасности работает металлодетектор. Потом ТСКУД работает, все в исправном состоянии. Пожарная автоматическая система тоже находится в хорошем состоянии. По графику в среднем мы принимаем где-то 16 образовательных организаций. Медики смотрят свои вопросы, работники ГИБДД большое внимание обращают на подходы к образовательной организации. МЧСники, конечно, смотрят готовность противопожарной системы. То есть каждый представитель комиссии работает по плану, но в целом мы определяем готовность школы к началу учебного года. Приемная кампания продлится до 15 августа. За это время комиссии проинспектируют 215 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Гульнара Шарипова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск.